Всем доброго дня. Привет всем, друзья. Катаемся по Кирову. Улица Карла Маркса. И Роза Люксембург тут пересекает. Вот именно этот перекресток. Район бракосочетания дворца. Район дворца бракосочетания. Все поняли. Все поняли? Ну ладно. Это хорошо, что я так понятливо сказала. Магазин, какой магазин? Предприятие Queen, красный инструментальщик справа. Угу. А вот и дворец. Какой? А вот дворец слева. А вот это нет, это уже другой. Первая семейная стоматология написана. Значит, есть еще и вторая. Может быть. Здесь тоже организовали зону отдыха. Парк с лавочками, с деревьями. Красота. Это хорошо, что да, в городе занялись какими-то вот такими. Вот справа тоже парковая зона, а тоже Искош. Делами. Вот это вот загородка. Искош? Ну, это их парк. А, точно. Вижу парк, да. Когда учился еще. Вижу парк. Угу, точно. У нас раньше физкультура была на стадионе Родина. Угу. Я пешком ходил домой оттуда. Когда жил в Кирове. А мы едем сейчас, нам на аптеку заходить? Да. Лада. Кому за Ладой, вот все сюда. Да, у нас 4. Кирове 4, дилерский центр Лада. А так вот, что если в этот не успели, заезжайте в другой. Ну, сейчас не знаю. Сейчас все очень дорого. Не знаю, я что-то как-то. Еще, короче, не скоро мы будем менять автомобиль, поэтому вообще об этом не думаю. Сейчас цены заоблачные, даже на Ладу. Так, что у нас тут? Октябрьский проспект. Да. Карла Маркса легко переходит в Октябрьский проспект. Ну, именно в этом месте. Диско-бар. Это мы едем в сторону площади Лепсе. Да. Вау, что мы и тут встряли? А, нет, фу. Просто светофор. Да, я подумала, что тут тоже железная дорога. Слушай, у меня почему-то какой-то бзик. Она есть склон справа. А, вот я это и подумала. Она справа находится. Ты вот сейчас проедешь, там будет знак «Задорожный переезд». Вот ты не видишь просто светофор. Так, дальше. Ладно, поехали дальше. Ну вот у нас тут стадион Родина, да? Да. О, что-то, слушай, мне даже душно стало. В машине-то. Площадь Лепсе. Маймушка. Угу. Пока не поехали. Просто пока нет. Душно. Привет. Вон памятник Кирова. Это все еще Октябрьский проспект? Да. Ну тоже, да? Дома. Это старая застройка города Кирова. Города Кирова. Города Кирова, да. Дома, наверное, я думаю, ну слушай, как наш, наверное, да? Примерно тех же. Даже и выглядят как-то, наверное, 50-е, 60-е, ну, 70-е, наверное, край. А вот ДК Родина. Приезжают всякие, как их называют? Артисты. Последний раз я приезжал Лариса Долина. Mm-hmm.
А по обработке цветных металлов справа цены. Автобус, ой, это троллейбусики. Тоже арочка такая прикольная, да, в доме он в самом. Запарковался защитненько, встал тут, да? Отдохнуть. Ну да, я тут постою немножко. Это что у нас, улица Дзержинского? Дзержинского, да. Ну тут, слушай, вообще домики, да? Старенькие, мне кажется, вот эти вот. Тебе не кажется? Кажется. Мне надо где-то запарковаться. Чтоб теплого. Так сразу разбилось. Ну вот заехали во двор, в один из дворов города Кирова. Ну как-то вот так вот. Тоже все занесло. И слушай, и мне кажется, прогреблено-то ничуть не лучше, чем у нас, да, в Чепецке. Также какой-то завал снежный, снежный бунт. Сейчас мы сбегаем быстренько до одного места. Где наша машина? Вау, пока мы стояли, тут нас уже это. Магний, магний. Самый дешевый. Кирова это самый дешевый. Ой. Так, это улица Дзержинского. Да, Дзержинского. Дзержинского. Повторила 150 раз. Домики есть, вот видите, такие вот, наверное, это постройки 90-х, наверное. Не, слушай, это мне кажется моложе, да. Моложе, конечно, чем. Домик этот. Может быть, не знаю, врать не буду, ладно. Садик красивый. Что у них такое? Школа. Тут? Школа, да? А забор еще, слушай, деревянный. Это нет, деревянный. Вот там был деревянный забор на ленте. Прикольно. Сколько нам деревянному забору лет? Здорово. Не, ну он покрашенный, он все нормальный. Просто он деревянный. Говорят, дерево, да. Да если за ним ухаживать, дерево, оно еще очень много может прослужить. А это что за улица? Это мы куда-то с тобой завернули. Ленинградская. Ленинградская. В городе Кирове есть улица Ленинградская. Слушайте, впервые слышу. Улица. Правда. Детская площадочка. Ну а
мы поехали дальше. Всем пока. Пока.